Слышишь? У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании. Просто. В плане. Что? По какой территории? В Белгороде? Не, в Алуйке, Уразово, в Еделевка. Серьезно? Да, там такой. Я тебе сейчас скажу, послушай. Никаких бровей, ничего, ну, ни ногтей, ебать. Сиди дома, дом работа, в темное время никуда не уходи. Че? А? Почему? Ну как почему? Ты сейчас мне это сказала. А, об этом, типа? Потому что у нас нету в городе вообще солдат. Похуй, они по гражданке могут ходить. Откуда ты знаешь? Я тебе говорю, в темное время не ходи. Это, слышишь, мама же говорит, там и Владивосток приехал к ним, понял? Ага. Это Ханты-Мансийск, Хакасия, да, я тебе говорила, да? Да. Блин, я говорю, в общем, мама говорит, я еду, на машины понакупили, типа такие ездят, понял, на наших машинах. И говорит, мама говорит, я еду, остановился возле двух 12-летних, ну, уговорили их кататься. Мама говорит, я остановилась, думаю, что он будет делать дальше, типа, ну, они ушли, девочки, типа. Да, а в это Веделевке, короче, девка познакомилась с военным. Это, он ее позвал погулять, они, ну, она думала, они вдвоем, а они заходят, а их там 15 человек, прикинь. И чисто ебали, что ли? Да. Нет, блядь, Саш, рассказывали о войне.